Путь чемпиона начинается с детства. Сегодня на городской набережной состоялся спортивный праздник для юных первоуральцев. Затем, как дети справляются с упражнениями на гибкость, выносливость и скорость, наблюдала Елена Цивилева. Присесть, принять упор лежа, отжаться и выпрыгнуть. Это упражнение называется бёрпи. За 30 секунд его необходимо выполнить как можно больше раз. С этим непростым даже для опытного спортсмена заданием дети, хоть и неуклюже, но справляются. Половина времени прошло, 7. Хороший результат. Бёрпи – только первое задание. На набережной Нижнего пруда сегодня спортивный праздник «Путь чемпиона». В нем принимают участие более 30 детей. Состязание устроила общественная организация «Первоуральск. Город чемпионов», которую поддерживают Первоуральский новотрубный завод и благотворительный фонд «Синара». Спортивный праздник для детей из лагерей дневного пребывания. Для вовлечения максимального количества детей и подростков в занятия физической культурой и спортом в нашем городе. Детей разделили на команды по возрастам. Задача – пройти 4 испытания. Среди них упражнения на пресс. Как и в бёрпи, здесь у участников есть всего 30 секунд. А самое зрелищное испытание – челночный бег. Дистанция – несколько десятков метров. Участники выкладываются на полную, ведь на счету каждая секунда. На старт. Внимание. Одна из участниц спортивного праздника – Мария Поздеева. Уже 2 года занимается смешанными единоборствами. Говорит, пресс, бёрпи, бег и растяжка – упражнения привычные. Понравилось упражнение на гибкость. Я сразу именно эту дисциплину больше всего люблю. Так, ну, понравилось вообще, в принципе, все. Погода хорошая, упражнения интересные, люди добрые. С испытаниями справляются все участники спортивного праздника. Каждый ребенок получает золотую медаль. Как говорят организаторы, в этих соревнованиях не может быть проигравших. Ведь путь чемпиона начинается именно с таких маленьких побед. Елена Цивилева, Евгений Шилов, новости, Первоуральск.